Короче, вроде понял, как пройти. Ну, не понял, но посмотрел в YouTube, как это пройти. Короче, надо... Надо всех убить. Вообще, да, надо спарнуть сначала снимать. Нам нужен спарнер. Так, за Боба можно запустить. Можно запустить. Мыльный шарик. Блин, неплохо. Сейчас покажу. Теперь нам нужно Сэнди. Мы должны лететь к спавну. Быстрее, быстрее. Сначала рушим спавн. Ждем. Все, теперь можем остальных убивать. Самое главное здесь всех убить. Вроде. Ну его, допустим. А, я же с Энди мог бы так сделать. Ну его. Вот так. Так, на этом корабле всех убили. Остался. Давай. А, ну да, он же не может попасть. Как мне. То есть он предлагает. А. Ага. Так. Пока не очень, да? Теперь обратно, да, вернуться. Ну, вот тут корабль. Так. Раз. Теперь, может, бочки разрушить, не знаю. Так. Мистер Крабс, не знаю. Можно трусы взять. Так, я не всех убил. Вот он остался наверху. Надо к нему висеть. Отлично. Так, если попытаться ударить. У меня много трусов, так что ничего страшного. А! Можно просто ударить. Серьезно, я думал, надо убить роботов. Всех роботов. Все пушки роботов уничтожены. И мне надо теперь брать Боба. Сейчас. Оказывается, можно было просто... Блин. Я на этом не досмотрел видео, я посмотрел, как примерно... Ну, что куда там идут, что делают, я... Подумал, что просто роботов надо убить. Оказалось легче. Так, запускаем пузырь. Теперь нужно Сэнди. Сейчас. А все, есть Сэнди. Летим. Я думал, они как-то по-другому отключаются, разрушаются эти. Вот, и у нас есть батут. И нам надо на этот батут. И у нас будет лопатка. Все. Уф, 70-е. Теперь голландец. Как голландцу? А может к мистеру Крабсу надо? Сейчас узнаем. В смысле? Я все сломал. Может уйти отсюда? Нужен Боб.
Так, нужен лоб и обратно. Так, все. Давай. Remember, you have to align all the cannons on the Dutchman ship, so that если все пушки, я все сделал. 4 из 4. Не понимаю. После все пушки, я все сделал. Так, ну вот, теперь с пушками. Сейчас. Все, я узнал. Надо, короче, туда прийти, вернуться. И в сундуке кнопкой нажать на нее. Быстрее, быстрее. Ай, блин, это же... Я отсюда не смогу. Не смогу, не смогу. Нужен Боб. Просто туда добраться и все. Отсюда стреляю. Ну, конечно. Все. Так, теперь Сэнди. Быстрее, Сэнди, быстрее. Там нужен Боб. Когда прилечу. Нужен Боб. И нажимаем. И все пушки активированы. Все? Да, все. Нажимаем. Все. Ой, теперь с летучим голландцем буду драться. Уф. Все, давай, драк. Ну что делать? А как мне победить? А что это стоит? А. Продолжайте. Давай. Пуф.
Ну, это вообще очень легкий босс. Очень легкий. Точнее, мини-босс. Из всех мини-боссов он самый легкий. Для меня. Ну, серьезно. Что это такое? Ну вот, просто влево, вправо. Все. Надо просто подальше от него стоять. Блин. Нифига себе, сейчас бы все заново начал. И последнее. Все. О, ачивку дали. Так, все, лопата. 71. Осталось 4 лопаты. Я в полном ведре. Ну, в смысле, открывает эту дверь. Уф, я у голландца все прошел. Так, Патрик, носки. Нет, 3 носка всего лишь. Пока что. Время не буду. Ну, это сложно, реально. В лагунику все сделал. Точнее, все лопатки. Сны вообще не могу проходить. Ну, типа, скольжение еще хоть как-то смогу пройти вроде. Нет, не могу. Вот русолоком. Где последнее задание? Я все сделал, где мое последнее задание? Может, у них спросить? В какой соседней комнате? Соседняя комната. Ну, сейчас просто по порядку буду идти. Попробую что-нибудь поискать. Нет, хорошо. Может, здесь как раз компьютер. Вот. Помоги морскому содержанию. А, надо туда идти. Все, идем. Я не заметил, кстати, куда я это проходил. Подожди, это точно то, что мне надо? Да, вроде то, что мне надо. А, ага. Мини-босс. Hooray for justice in all its multi-splendor glory! Yeah, well, Justin boy, you also cut the power to the Mermalayer's VCS. That's villain containment system. Is that bad? Does Mermaid Man smell like sour milk? Yes! Yes, I do! Oh, no. It looks like one of the villains is broken free. What's that? An evil doer on the loose? Who is it? Man Ray? The atomic flounder, the dirty bubble. He's your arch enemy. Долго. Run! Did someone call? Oh, I thought maybe I was looking at superheroes, but now I see it's just a couple of pieces of now driftwood. Run! I'll never forgive you, you madman!
What did Prawn do? The worst thing you can imagine. He put all of Mermaid Man's white clothes in the washer with a red sock. Everything I own turned pink! Pink! How horrible! Personally, I thought pink made you very pretty. Really? Sure, pretty stupid. Yikes. What is that yellow thing? Some kind of mold? I'm not mold, I'm a sponge. There's a cellular difference. A cellular difference! Yeah, yeah. Thanks for the lesson, Dr. Science. See you later, Pinky. By the seven seas, Prawn, I shall not rest until you are captured. But first, I shall have to change from my secret identity into Mermaid Man. You don't have a secret identity, you old coot. Maybe you better take care of Prawn while I take care of this. I shall avenge you, Mermaid Man. Все, отлично. Так, интересно. Так. Блин. Ну просто вот так буду идти и все. Блин, тут еще робот. Робот. Не, сейчас. Давай, где? Блин, ну серьезно, что так? Вот это вот реально сложно по сравнению с летучим голландцем. У меня 3 хп, все, я могу сейчас. Я что, просто иду сюда? А, все. Тихо. Уф, 1 хп осталось. Блин, 2 хп. Быстрее. Блин, что их так много роботов? Блин. Последнее. 1 хп у меня, 1 хп. Последний, давай. Где быстрее? Все. Уф. Уф, 72. Осталось 3. Где же я могу их взять? Так, русологов. Все прошел. Бикини ботом. Вообще. Кстати, 6 из 8 носков. Где я мог потерять носок? То есть, ну, не найти носок. Упустить. Вряд ли. Ну, хотя, нет, я там вроде все обыскал. У Сквидварда носок получил. Да, здесь тоже. Короче, не важно. Бикини-ботом сколько? 9 из 11. Ну вот, засада на маяке. Как мне дальше пойти? Вот там еще 2 уровня осталось. Готов. А, надо убить. Так.
О, нормально. Так, нет, получится. Ну ладно. Ну, я не знаю, сейчас попытаюсь что-то найти. Так, ну можно, в принципе, подпрыгнуть. А что я застыл? Так. Ну вот. Сейчас пытаюсь взорвать. Ну, не получается. А, получается. Мне как раз блестяшки не помешают. Мне же крабса надо добыть. Ой. Я не понимаю, для чего круг. Ну вот, прыгнул. А, второй. Крыша. Е. А нет, не Е. Куда попал? Мне надо проходить. Я просто так это сделал. Я ничего не открыл. Не знаю, вроде здесь все сделал. Может, я что-то пропустил? А, ага. Так. Сейчас по каждому пройдусь. Да, я не знаю. Вот, миссис Пап. Я знаю, что у меня 7 из 11, так что прием оценит. Нет, именно вот по той же Ларе. Может, Ларе что-то скажет. Или нет. Мыслив еще раз, спасибо. Где лопатки? Где вы? Как вот это открыть? Мистер Краус. Водоросли или нет? Водоросли или нет, я не пойду. Там очень сложно. Мне. Я там просто путаюсь. Извините, летит за лопаткой. Я, блин, все сделал здесь. Где лопатка? Может, тоже с кем-то поговорить надо. Ну вот. Я оказался здесь. Куда мне идти? Вперед. О, круг. Да, нормально. Так. Угу.
Второй круг. Где лопатка? Я не вижу лопатку. Блин, тут, конечно, сложно. Где лопатка? А, может, с батута прыгнуть куда-нибудь? Вроде нет. Так, я здесь все выполню. Ладно, сейчас я придумал. They serve food here, yes, but they don't serve love. 72 осталось 3 лопатки. Так. Сейчас. Короче, я нашел, как это делать. Надо отправиться. Давай, давай, быстрее. Вези, вези. Что? Что за музыка? С каким королем Медузы? Я уже всех победил. Так, все, я не сражаюсь с роботами, просто иду вверх. Короче, лопата, она... Короче, не знаю, но... Нет, нет, нет. Мне наверх надо. Что они помогут. Блин. Отлично. Я еще и застрял. Ну... А, вот. По новой. Да, блин, я уже сразился с королем тут. Так, срезал путь, нормально. Только где, блин? Я знаю, здесь Патрик будет. Я не знаю, для чего мне Патрик. Может, куда-нибудь сюда идти? Может быть. Блин, не то. Что я нажал? Ага. Ага. Так, на что я нажал? Блин, не знаю.
Понятно. Так, значит, не сюда надо. Вообще не знаю. Так. Сейчас. Короче, может что-нибудь другое прийти. Блин. Ладно, другое добился в крабсу, там блестяшки. Так, где мистер Крабс? Поехали. Да, да, да. 73-я, две лопатки остались. Сколько там? 4? 4, 1000. На 4. Так, ну где можно найти блестяшки? Ну... В парке развлечений там много блестяшек, реально много. Так, сейчас будет 4000 мне надо сразу в любое. Ну вот, допустим, вот. Блин, сейчас. Нет, не то дело. Я хочу оглушить. Ладно, не надо. Я хотел оглушить и кинуть. Ну ладно, надо. Где я еще могу блестяшки найти? Вот так. Все, уходить надо отсюда. Конкретно с этого колеса. Так. Вот сюда можно. И его выкинуть можно. Так. Ну вот, да. Ой. Сколько? 2200-400. Ой, 240. Надо посмотреть, сколько будет. Быстрее, быстрее. Быстрее. Все. Так, где носок? Кстати, я могу же его там активировать? Нет, не могу. Где носок? Ладно. Я уже взял там носок вроде. Так, где я еще могу найти? Вот, на чашках могу найти. Блин, тут очень мало. Ну ладно.
Use a whistle. Да. 2300. Мало, еще столько же надо. That's much better. О. Две 600, отлично. Так, идем дальше, да? Да, дальше. Кстати, вот здесь нормально я могу заработать. Ну, если уметь играть, сколько? 20, да? А, ну да, еще не долетело. 20. Как выбивать по 40, по 60? Ну, почти. Ну, 40. Блин, это же близко было. 40. Блин, ну долго. Можно что-нибудь побыстрее. Нет, это мало. Так, ну не знаю, может быть где-нибудь. Ну там, допустим. Любое что-нибудь. Вот здесь я что-нибудь заработаю. Сколько? 3000. Ой-ой-ой. Ладно, мне пофиг. Главное заработать. Ой-ой-ой. Три 200, мало, мало. Мне еще нужно. Ой, блин. Не знаю, где еще можно тут заработать. Вот 6 из 8, где я мог потерять? В смысле, я мог не просто не найти, не заметить. Так, знаки. Нет, мне надо в библиотеку попасть. Может, там что-то есть. Хорошо, что быстро перемещаюсь. Так, ну здесь я мало заработал. Хотя, сколько? 3200. Это очень мало. Нет, 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 туда. Быстрее, 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 беги. Ой, блин. Там носок уже был. Я уже взял носок. Верхушка на носу. Сквидвард. Красти краб. Короче, сейчас.
Короче. Сейчас. Сейчас. Просто ищу параллельно, где можно открыть. Ой, где можно носить носки. Надо, короче, фонтан ударить. Вот этот. Сейчас. Ага. Блин, а как взять? Все. Уф. Короче, для последнего восьмого носка надо просто идти в Крафти Крафт и все там разрушить. Сейчас, сначала. Так, угу. Все, идем в Крафти Крафт, все надо разрушить, все. Так. Сначала можно начать со стульев. С бочек, то есть. Так. 3200, блин, 4 надо. Так, вроде на первом этаже все разрушил. Кстати, а эти напитки можно разрушить? Нет, нельзя. О. Почти 4000. Так, здесь может что-нибудь под кассу. О, удар прошел. Все засчиталось. Так. Удар прошел. Да, задел. Так, теперь 3300. Напитки, консервы все. Где носок? Может у мистера Крабс? Так, ну вроде. Так, сначала здесь. Вроде ничего нету. Все разрушил и все задел. Все. Оф. Сейчас возьму блестяшку последнюю и носок. Восьмой носок в пике не будет. Последний. Блин. Последний носок в пике не будет. Оф. 8 из 8. Так, я буду смотреть носки только, где я все лопаты прошел. То есть все золотые лопатки получил. Вот, допустим, даже в городе не могу, потому что у меня два задания даже не открыто. Так что... Так, сколько? 5? Ну... ну вот, допустим, здесь 3. Сейчас что-нибудь найду. Ну вот, благую ногу. Сейчас.
Все, нашел. Надо в замок. Надо в замок. Блин, опять этот звук неприятный. Так. Бабл бадик. Так. Блин, ну надо взять трусы на всякий случай. Все. Нам нужен Патрик. Для этого задания нам нужен Патрик. Для этого нас как. О, 4000 собрал. Так, ну здесь, в принципе, торопиться не надо. Хотя. Все, можно кидать. Все, надо кидать. Эй, блин! Уф. Есть! Сразу выходим отсюда. Домой, домой, куда-нибудь домой. Сколько у меня? 6. Блин, еще 4 на. Сейчас. Носки. Вот, гулагума. Короче, так теперь будет здесь, морские пещеры. Быстрее, быстрее. Так, надо идти. Ну, кстати, я правильно вообще. Что еще можно? Нет ров. Морские пещеры. На, морские пещеры. Все правильно. Блин, быстрее. Так, 4000 почти. Вот, короче. Вот, вот здесь нас. Надо просто дождаться. А нет, надо, может нажать. Блин. Так, еще раз, еще раз, еще раз. А как мне... Блин. Это сложно. Это сложно, надо пытаться. Короче, ждем, пока стечет вода. Стекает вода, и мы должны быть вот на краю прям. Все. Все. Уф. Все. Это не важно, все. Так. Гулагун, интересно. 7 носков уже есть. 9. Ну, в смысле, 9, 7 носков у меня прямо сейчас, а 9 вообще в полугоне.
Так. Интересно. Короче, сложно, я думаю, может, что-нибудь другое. Сколько? Ну, 3500. Ну, 500 еще минимум надо. Мяч. Мяч. Ну, не знаю. Я знаю, как его выполнять, но... Пытаюсь. Так, сначала надо убивать робота. Это важно. Это очень важно. И сразу второй снаряд. Все, убили. Теперь ждем. Угу. А, все. Так. Я не знаю, миллиард лет подсидеть. Я думаю, можем запрыгнуть как-то. Так. А, ну да, вот, он может скинуть. Давай, скидывай. Отлично. Так, теперь, кстати. Так, сейчас. Угу. Так. Теперь надо туда попасть. Мистер Краус. Вот, мистер Краус. Музыка. Нет, музыка сложная. Скольжение попробуем. Две лопатки всего лишь. Давай, Лай. Ой, блин. Далеко. Но заодно пробую хоть какие-нибудь блестяшки взять. Хоть сколько-нибудь. Ага, отлично. Не, на геймпаде, в принципе, легко, наверное. На джойстике нереально. Ой, на клавиатуре. Нереально. Сложновато. Да. Так, здесь все прошло. Блин, ради двух носков всего лишь. Здесь. Я не могу получить это задание. Не знаю, как получить его. Так. 4. Ну ладно. Кристалл. Что? Давай, сколько? Еще 3 кристалла надо найти. Боб, Патрик. Все активировано. Все есть. Так. Новый идол, да.
Не знаю, что активировал. Все, просто иду вперед, вперед, вперед. Нет, это сложно. Но я не буду здесь. Столько времени, бля. Так, здесь что, лопата. О, медузи поля, тут много носков. Сейчас. Хотя, блин. Сейчас я попробую просто каждый уровень пройти. Именно в бикини-ботами. Ну, не пройти, просто погулять. В смысле, да. Не выполнить, а погулять просто. И может быть у меня... будут лопатки. Блин, где лопатки? Ой, лопатки, блестяшки. Хоть что-нибудь надо. Ну, блестяшки. Все, уходим, уходим. Я смотрю каждый дом. Ничего нет, ничего. Ну и здесь библиотека. Так, на верхушке у нас. У Сквидварда должно быть много. Блестяшек. Реально. Так. Да, но я уже получил лопатку, но все же. 4000. О, все. Блин, нет, у него мало. 4000. Сколько там? 3 носка. 3, давай. Где? 3. Блин. Ну, кстати, тут можно еще. Ну, я знаю, тут большинство носков, которые я пропустил. То есть 4. Они просто на вот этих скольжениях. Победите время, да, победите время. 3. Блин, да, я вообще-то не слышу. Так. Да, не слышу. Так, должно быть легко. Сначала убивать робота надо. Быстрее, быстрее запускай. Так. Подождем. Все. Так, и теперь мячик. Надо просто Е нажать, когда буду на нем. Ну, в смысле, когда буду рядом с лопаткой. Нормально, нормально. Пусть лучше будет топиться мячик. Чем, блин, я пропущу его. Ну, блин, нет, еще. Тут неудобно, камера немножко. Чуть-чуть еще. Идеально. Все. 74-е. И последняя лопатка, последняя. Где? Быстрее, любое задание, вообще что-нибудь. Хоть что-нибудь дай. Ну, кстати, сюда можно пойти. Там много этих идолов красных. Можно их разбить. Так. 4000, я иду к мистеру Крабсу. Где мистер Крабс? Быстрее, быстрее.
тебе, мистер Крабс. Где, блин, далеко? Почему сразу к нему не подбрасывать? Так, так. Все, иду к нему, к нему. Да, 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 хочу. Все, 75-й напад. Уф. Крабс еще спрашивает, хочу ли я отменять. 75-й напад. Спасибо, все. Это самая долгая часть, наверное. Так, самая долгая серия. Как лучше закончить? Вот так. Все, всем спасибо. Уф.